Привет! Сегодня очередная машинка Endis Trendsetter, она же Endis PM4. Машинка проводная, с вибрационным мотором, с ножом с регулировкой длины среза. Регулировка длины среза у нас от 0,5 мм до 2,4 мм, то есть номер ножа регулируется от 3 нулей до номера 1. Нож хороший, стальной, не позволяет делать окантовку, как и все остальные ножи с регулировкой длины среза. Мотор здесь пивотный, вибрационный, 15 Вт, то есть очень мощный мотор. Вибрация относительно небольшая, звук довольно тихий, так что можно стричь даже детей. Насколько я знаю, данная машинка выпускается и в варианте для животных. Честно говоря, для животных я в руках не держал. Возможно, там отличается нож с более широкими зубцами, но не факт. Машинка очень красивая, очень хорошо лежит в руке. Основные конкуренты ее — это Oster 606 с такой же регулировкой длины среза и Moser Primat, да, у которого немножко отличается механизм регулировки длины среза ножа. В комплекте с машинкой идет масло, защитный чехол на нож и 9 насадок. Насадки обычные пластиковые, в интервале от 1,5 мм до 25 мм. Надеваются на защелки. Защелка у нас сзади закрывается, сидят очень плотно, то есть они в процессе у нас никак не слетят. Машинка недорогая, помимо всего прочего. Из минусов я нашел только один. Машинка довольно сильно греется в нижней части при длительной работе. Кого-то это может напугать, но вообще говоря, Endis любит горячие машинки. Частенько у них машинки горячее, чем у конкурентов. Итак, машинку категорически рекомендую. Подходит она для домашнего использования, и для профессионального. Мощный двигатель, который сострижет и мокрые волосы, и грязные волосы, и густые волосы. В принципе, ему все равно. Это пивотный 15-ваттный мотор. Большой набор насадок, так что подходит, в общем-то, и для фейдинга машинка. Из минусов — греется. На этом все. Заходите на наш канал «Енот Постригун» на YouTube почаще, заходите в нашу группу ВКонтакте, вступайте в нее, ну и заходите на наш сайт енотпостригун.ру. На этом все. Пока-пока.